Нурала Алип, ставший чемпионом в составе российского футбольного клуба «Зенит», приехал на родину в Актау. Футболиста, впервые завоевавшего золотую медаль среди казахских футболистов, в аэропорту встречали родственники, друзья и первые тренеры, и наша съемочная группа. Нуралы Алип начал свои первые шаги в профессиональном футболе с актауской команды. В 2015 году поступил в Академию «Кайрат». С тех пор выступал за молодежную сборную алматинского клуба, а затем за основную команду. В 2020 году стал чемпионом страны в составе «Кайрата» и дважды становился победителем Кубка Казахстана. Когда он только подписал контракт с командой «Зенит», я был просто на седьмом небе от счастья. Затем начались тренировки и игры. Его российский тренер начал постепенно включать Нуралы в состав сборной. Невозможно передать ощущение, когда твой ученик становится чемпионом в составе российского клуба. Впервые казах стал чемпионом России. Это радость не только для Актау Мангистау, но и всей страны. В начале года Нуралы был арендован «Зенитом» у «Кайрата» сроком на один год. С тех пор он участвовал в 10 играх за «Зенит». Российский клуб-лидер досрочно отпраздновал чемпионство, одержав победу в матче против «Локомотива» в рамках 27-го тура премьер-лиги. С приходом в «Зенит» я заранее знал, что мы будем чемпионами. Что касается футбольных полей в России, то качество у них высокое. Был чемпионат мира. Для болельщиков тоже созданы все условия. Думаю, что для поднятия уровня казахстанского футбола необходимо готовить хорошие футбольные поля. После небольшого перерыва Нуралы собирается вступить в национальную сборную. В рамках Лиги наций у сборной Казахстана запланировано 4 встречи. Ажан Сапитқызы, Рулан Аметұлы, новости.